Скажите, пожалуйста, у вас есть медицинские маски? Нет-то, да? Уже шестая аптека. И снова пусто. Масок нет. Фармацевты говорят, закончились. Когда завезут, не знают. А вы поскольку у вас продают маски, скажите, пожалуйста? Они у нас были по 5 рублей маска. По 5 рублей? По 3, по 5, да. Уже несколько недель медицинские маски в Барнауле на вес золота. Испуганные коронавирусом жители, видимо, скупили впрок, чтобы встретить заразу во всеоружие. А все, кто уже сейчас болен ОРВИ, остался неудел и вынужденно заражает родных и коллег. Но так ли она эффективна? В интернете существует мнение, что медицинская маска не способна защищать. Наоборот, она помогает уже зараженному не распространять инфекцию. Барнаульские медики с этим не согласны. Говорят, маска может уберечь от инфекции, но если ее правильно носить. Все закрывать, чтобы без всяких щелочек, чтобы закрывать и нос, и рот, и чтобы она плотно прилегала к лицу. Через каждые 2 часа ее необходимо менять. Себе я маску смог купить, только цена на эту выше обычной, 5-рублевой. Эту я урвал за 25 рублей. Спрос рождает предложение. В крайнем случае Карпова советует самостоятельно сделать марлевую или тканевую маску в 4 слоя. Если каждые 2 часа ее отправлять в стирку, а потом проглаживать паром, будет многоразовая маска. Сейчас стоит быть особенно бдительным. На выходных в Кузбассе выявили 2 зараженных коронавирусом. В понедельник кемеровские школы закрыты на карантин, малышей не берут в детсад. Всех, у кого появились симптомы болезни, отпускают с работы в больницу. По продуктам. Ну, по крайней мере, сегодня в магазин ходили. Вот, ажиотаж действительно начался. То есть скупают полок консервы, крупы, там вот это вот все, гречку. То ли панику действительно наводят. Что выгребается все с супермаркетов, что обильно и массово скупаются продукты долгого срока годности. Маловероятно, и, наверное, больше это утка, чем правда. Но сознательность пока берет верх. В Новокузнецке ситуация спокойнее. Тем не менее, в области объявлена повышенная готовность к коронавирусу. Кстати, за границей из-за этой эпидемии вовсе не паникуют. Так в Таиланде, туристической мекке россиян, в масках ходят только в основном местные жители, и то из-за большого числа туристов. Когда нас в аэропорту встретил гид, он сразу сказал, что на острове коронавируса нет, потому что если бы он здесь был, вас бы все просто не пустили. А заразившиеся есть, но они находятся сейчас в Бангкоке, и как бы вся ситуация под контролем. Кстати, маски там наравне с продуктами продают в обычных магазинах. Предметы гигиены ближе к потребителям. Напомним, сейчас общее число инфицированных в мире 153 тысячи человек. Что касается Алтайского края, то всех приезжающих в регион проверяют в аэро-, авто- и ЖД-вокзалах. Но в любом случае медики советуют и самим контролировать свое здоровье. Мыть руки, полоскать горло, промывать нос, избегать сквозняка, пить горячий чай, почаще делать влажную уборку. И, конечно, не поддаваться панике. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.